Всем привет! Записываю уже 11-е отчетное видео для курса Poker Pro на Poker Ability. Хотел бы рассказать, чем сегодня занимался. И вообще, в принципе, суббота-воскресенье у меня был такой откатки перерыв. Не катал вообще, ну, занимался теорией, там, работал во флопзиле, разбирал раздачи, спектры строил. Сегодня уже полноценно вступил в работу. С понедельника, то есть с сегодняшнего дня. Разобрал раздачи, начал разбирать 5 раздач, которые для определить низы спектра для полублефа. Одну раздачку сделал, но немного кривовато, надо, наверное, будет переделать. В целом сходил на тренировку и откатал сессию. Сегодня откатал примерно 5 часов. Не знаю, по ощущениям ошибок вообще не было, ну, по крайней мере, таких, какие я могу сам найти. То есть плохих колов не делал, вроде не бэтл, но сдавали отвратительно, борды, блин, опять я не попадаю. 3 раза упоролся просто в старшую, в нацевую руку со вторым нацем. Не знаю, даунстрик, в принципе, продолжается, как-то так. В целом немного логика, то есть в такие периоды как бы логика и базовая стратегия игры ломается, то есть такое ощущение, вроде ставишь комбеты в никуда, то есть у ребят там громадные фолды на комбет, они просто откалывают 2 улицы вообще спокойно. Не знаю, ну, будем работать над игрой, надеюсь, в скором времени все стабилизируется. Пока катаю около нуля на протяжении уже 25 круг. По ИВ там немного получше, по ИВ около 4-5 ББ идет. Недобор небольшой. Ну и страдает игра на большом блайнде. Тоже пытаюсь эту проблему решить. В целом, всем спасибо, кто смотрит. Будем работать дальше, не падать духом. Удачи!